Людей в крещенскую ночь на пляже Малая Бухта, как в пик летнего сезона. Сюда пришло по самым скромным подсчетам не меньше 3000 человек для того, чтобы совершить обряд купания в освященной воде Черного моря. Федор Медиков приехал из Москвы, сам уже давно не купается в силу возраста, но не смог не прийти к морю в такой великий для всех православных праздник. Мы здесь отдыхаем в Делуче, в санатории, и решили в такой день, прекрасный день, посмотреть купание. Значит, это, ну и самим бы как бы поучаствовать. Вера христиан в то, что именно в эту ночь вода приобретает целебные свойства, часто подтверждаются конкретными примерами, уверяет Александр Киреев. Он вот уже 5 лет подряд в крещенскую ночь приходит купаться. На самом деле, когда первый раз пошел купаться, болел очень сильно, была большая температура. На следующий день после купания проснулся и как рукой сняло, и после этого начал купаться. На центральные пляжи города и станицы Благовещенской пришло меньше, немногим более 2000 человек. Тем не менее, места везде были соответствующим образом оборудованы, как и планировали городские власти. Все прошло организованно и без происшествий.